3, 2, 1, и я в эфире. Знаете, вот всегда говорю, чем дольше собираешься, тем больше откладываешь начало эфира. Поэтому я решила и сразу вышла в эфир, и сразу начинаю говорить. Заметьте, это тоже классная фишка, не сидеть и не ждать, когда кто-то подтянется, потому что люди, которые придут и будут смотреть в записи, им будет немножко скучно, да, вот это вот наблюдать, а как вы сидите, а что вы делаете. Вот, все, я сижу и уже начинаю болтать. И сегодня я с вами поговорю о том, что у меня летит в помойку, в мусорку из пустых баночек. То есть то, что у нас съедено за 2 месяца. Вот здесь целый пакет, и вот тут на столе еще целая коробка. Ну что, начнем? Кто присоединится, тот молодец. А кто будет смотреть запись, тот тоже молодец, потому что сегодня воскресенье. Нужно гулять, отдыхать и быть семьей. А я уже нагулялась, пришла, думаю, пока такая нарядная и красивая, нужно сразу выйти в эфир. Вот такой лайфхак. Итак, что из продукции для здоровья мы съели за эти 2 месяца? Даже, наверное, уже больше. Ладно, посмотрим. Некогда снимать ролики, чтобы выкладывать на YouTube. Вот тут целая коробка фантиков. Представляете, сколько их? Я даже считать не буду. То есть очень много фантиков, это полезные, вкусные, питательные батончики, которые мы очень любим, потому что я, например, сластена. Кто здесь сластена? Напишите в чате прям, я сладкоежка. Знаете, эти батончики — это просто спасение. Когда хочется чего-нибудь сладенького, смотрите, вот тут снежиночка, да, о чем это говорит? Siberian Wellness, все, вот я люблю батончики Siberian Wellness, они очень вкусные. Очень-очень вкусные и полезные. Так, выпила вот такой коктейль, пакетик, хотя на самом деле я купила себе, знаете что, целую упаковку, но я взяла, здесь я пробовала лайм и апельсин, а я взяла персик, персик и апельсин, по-моему, очень вкусный вообще, этот веганский коктейль, его можно пить вообще абсолютно всем, он такой сытненький, он самое главное, он вкусный, его вот просто пьешь и не можешь напиться, особенно когда была жара, то мне было мега-мега вкусно пить этот коктейль, когда вот не хочется наедаться, а хочется легкого перекуса, то, конечно, коктейль — это прям спасение. Упало 2 пакета, но не буду поднимать, ладно, соскользнули. Та-да-дам! Вы будете, наверное, смеяться, скажете, донского обжора. Смотрите, сколько пакетиков. Сколько пакетиков, еще 2 на полу валяются. Сколько пакетиков мармеладок съедено. И это еще не все. Еще начатые, то есть не до конца закончены, еще внизу в шкатулке со сладостями. Вы знаете, что я сделала? Я взяла такой большой пластиковый контейнер, в него сложила разные виды мармеладок. Вот такие детские шарики вместо шоколадок, знаете, как классно, вот такие шарики, они же хрустящие, с какао-маслом, этот с малиной, еще у меня открытые с вишней, просто шоколадные, они очень вкусные, просто с чаем, вместо конфеток, вот такие шарики кушаем, знаете, как классно. Так, кто присоединился, плюсики поставьте, слышно хорошо? Привет! Как вы узнали, что я в эфире? Я тайно зашла. Итак, что это за мармелад? Смотрите. Облепиха, пряная корица, то есть это когда тянет на сладенькое. Здесь в 4 мармеладках 320 миллиграмм коллагена, то есть для красоты самое то, для суставов, для всего полезно, для кожи. Малина, шиповник для иммунитета, представьте, для иммунитета. Потом черника, это для глаз, кстати, чернику обожаю, просто обожаю. Ой, с прополисом обязательно берите, у кого горлышко першит, у кого, может быть, в дорогу едете, возьмите с собой мармелад. Я вот сейчас в Питер собираюсь, я уже пакетик мармелада с собой приготовила. Во-первых, это приятный запах изо рта гарантирован. Второе, если вдруг першение, кашлять хочется, пожалуйста, рассосали несколько мармеладок в течение дня, все пройдет, все будет классно, мягенько. Так, еще раз, облепиха, пряная корица, очень люблю. Еще одна черника. Тропические фрукты, это тоже для иммунитета. И опять малиный шиповник. И какие-то 2 на полу, представляете? Вот так вот. Почему Донского такая стройная? Да потому что вот она ест полезные мармеладки и вкусняшки. Так, ну а теперь давайте возьмемся за тяжелую артиллерию. Здесь много-много коробок, буду немножечко рассказывать, что зачем. Вот этот 3D Flex Cube, я его
пропила сама. Почему? Потому что у меня проблемы с суставами. И я не хочу, например, вот сейчас мне 49 с хвостиком, я не хочу там еще в 60, 70, 80 лет ходить, стонать, хрустеть костями. Я хочу бегать, прыгать, танцевать, я хочу быть здоровой, веселой, энергичной. Поэтому я забочусь о своих суставах. Во-первых, я хожу к остеопату периодически, чтобы он, да, мне там все это настроил, работу организма. И, конечно же, я поддерживаю БАДами. Сейчас я пью суставной сорбент, синхровитал для суставов. И вот пропила флекс-куб. По-моему, я здесь одну вам оставила показать. Но я была в шоке. Он огромный, здесь 30 таких пакетиков, и надо каждый пакетик пить в течение дня. Вот эти вот таблеточки, они просто огромные. Они жуткие для меня просто. Капсулки-то я легко глотаю. Но вот эти таблетки, это моя была прям мука, мука, мука. Поэтому, если вы не любите такие большие таблетки, но я их напополам вот разламывала. У них тут есть такая выемка, вот надо будет выпить последнее. Я их разламывала напополам и потом выпивала, потому что, ну, как бы, здоровье-то нужно поправить. И, кстати, здесь вот омега есть, и еще, сейчас, если состав смогу прочитать. Так, что здесь? Масло, вот, бурачника, масло амаранта, витамин Е, витамин D3. Это вот в двух капсулках. И еще две капсулки, это как раз омега-3, полинасыщенных жирных кислот глубоководных рыб. И, конечно, вот сам комплекс в таблеточках. Здесь глюкозамин, хондроитин, потом что-то еще. Так, я пытаюсь найти, что здесь еще есть интересненького. Ну вот основные компоненты, которые нужны для суставов, да, мы тут вот их видим. Вот, надо еще серу будет попить. Дальше, чтобы вам еще вкусненькое показать. Вот мой любимый степ-бокс. Тоже я оставляю один пакетик для того, чтобы вам показать, что здесь будет внутри. То есть здесь у нас в степ-боксе, это, по-моему, тоже омега и маленькая таблеточка. Вот такая вот малюсенькая, видно, да? Вот это легко глотается. Так, ну, конечно, здесь я ничего нифига не прочитаю. Угу. Так, так. Ну да, диасмин рутин и омега, и витамин Е еще. Угу. То есть вот когда я пила этот степ-бокс, и, кстати, у меня как-то сохраняется, наверное, эффект надолго, 30 тоже, на 30 дней вот такой вот классный бокс, очень удобно, что весь месяц пьешь и не забываешь. У меня прошли вот эти проблемы, когда ты ходишь много, и ноги отекают, и идти дальше уже нет сил, да, вот, или вечером приходишь, а ноги крутят, выворачивают, плохо, дурно, не знаешь, куда их деть, то ли массировать, то ли каким-то кремом мазать. В общем-то, да, сходили с ума, но теперь это в прошлом. Так, я попробовала ритмы здоровья витаминки. Как вам сказать? Тут две капсулки, утренняя и вечерняя. Я пью, значит, утренняя для того, чтобы взбодриться, а вечерняя, чтобы хорошо уснуть. Понятно, да? То есть я выкинула фантики, здесь было очень много таких вот упаковочек с разноцветными как раз пилюльками. Ну, что хочу сказать, как видите, энергичная, энергичная, здоровая. Слушайте, я очень много всего пропила за это время. Например, я пропила вот эту вот классная штука, это гиалуроновая кислота и витамин С. Гиалуроночка. Она как бы сразу и на коже лица все это отображается. Я прям заметила, как у меня лицо посвежело. Какое-то вот оно чистенькое, ровненькое, нежненькое. Даже на ощупь оно стало немножко другое. Да и в принципе вся кожа. Вот все, трогаешь руки, ноги, там, тело. Вообще такое класснючее. Очень полезно не только для кожи, но и для костей. Кстати, для суставов очень полезно. Поэтому эта вещь классная. О, целая банка. Кстати, смотрите, какие классные баночки. Это экологичная упаковка, стекло. И здесь у меня новамин. У вас перевернута немножечко надпись, но здесь новамин. И что это такое? Это мощный антиоксидантный комплекс. Его можно пить
По одной капсулке в день как профилактика, а если вдруг что-то случилось и нужно прям конкретно, да, дать ударную дозу, поддержать иммунитет, противостоять вирусам или, например, отравление. Кстати, вот кто вечером лишнего перебрал алкоголя, утром обязательно нужно выпить прям 10 капсул, можно сразу, но лучше немножко разделить, потому что здесь много кислоты, и поэтому обязательно с едой. Но если человек не может есть, то обильно запить водой, обильно. Ну и тогда не сразу все, а прям по чуть-чуть, и уже когда лучше станет, то, конечно же, потом еще добавить. Так, что еще? Кстати, еще один новомил, крышечку только сняли, надо было что-то в нее положить. Новомина много пьем. Почему? Потому что есть программы, которые прям вот по программе нужно 10 штук в день пить. Но это временно, это не на постоянной основе, поэтому новамина уходит много. Вот наш любимчик, кстати, одну я выпила, одну дочка. Это пик. Это пик. Миша у нас не любитель разводить какие-то порошки пить, а вот мы пьем, потому что пик это природный инулиновый концентрат. Топинамбур, да, по сути это клубни топинамбура, и очень полезный, особенно для диабетиков. То есть у кого сахар скачет, обязательно просто на постоянной основе пить диабет. Или у кого нарушено пищеварение, у кого проблемы, да, там вот в кишечнике, застой, газообразование. Вот, пожалуйста, пик, классная штука. Его нужно утром за 30 минут до завтрака развести с водичкой. А я, знаете как, я не люблю его разводить с водой, потому что у него немножко порошочек этот не мелкий, прям вот такой мелкодисперсный, а он как бы крупиночками, и он все равно не растворяется. И я его просто ложечку кофейную кладу на язык, чуть-чуть воды, держу во рту, он там немножко разбухает, и потом запиваю стаканчиком воды. Вот, классная штука, пьем на постоянной основе. Вот, еще мне понравилось, фитомыло. Сейчас, кстати, взяла из этой же серии пенку для интимной гигиены, а это фитомыло для интимной гигиены, здесь 300 мл, приятный аромат. Очень понравилось, очень, но пенка понравилась больше. Честно говоря, думала, пенка не зайдет, наверное, быстро закончится и так далее. На самом деле очень долго пенка уже стоит, сколько времени, и прям чувствую полный флакон такой тяжеленький. Но пенка, она нежнее, она легче смывается, она такая мягенькая. То есть вот, ну попробуйте, кому что больше зайдет, и то с дозатором, все очень удобно и классно. Так, это для сердца я пропила синхровитал. У нас есть несколько видов синхровиталов для печени, например, для глаз, для мозга. Я вот уже разные пробовала. Кстати, для глаз вообще шикарно. До позднего вечера, мне кажется, у меня даже менее красные стали глазки. Во-первых, у меня прошли головные боли. Я вечером не устаю от телефона, от компьютера. То есть я абсолютно спокойно могу ночью сесть, поработать, когда все спят. То есть у меня не устает вот эта вот часть. Вот эта часть, которая называется голова. Она стала хорошо себя чувствовать. И сердце. Я пропила для сердца, потому что... Ну, поддержка сердца нужна всегда, оно столько всего на себя принимает. Бедненькое наше сердечко, да, от всего оно трепещет, переживает, нервничает. Оно несет столько на себе нагрузку, поэтому просто для поддержки сердечка, чтобы долго, качественно работал наш моторчик, да, чтобы он гнал кровь и доносил ее везде, и чтобы лучше себя чувствовать, конечно, это классная, классная штука. Так, вот таких должно быть две, да. Разные. Это кондиционер восстанавливающий для волос, а это кондиционер увлажняющий. Тут депантенол и алоэ, а здесь пшеница и кератин. Естественно, да, здесь все бессульфатное, без парабенов и так далее, и так далее. То есть безопасно. И, как видите, мои волосы, да, которые я постоянно крашу и немножко поджигаю, выглядят, по-моему, умопомрачительно. По крайней мере, я столько комплиментов получаю на свои волосы. И они у меня очень сильно выросли, они уже у меня опять ниже попы, да, если их начать рассматривать, то они вот, они просто бесконечные, я не помещаюсь с ними в кадр. Так, что еще мне понравилось? Ладно, расскажу вам про кремики, наверняка думаете, чем же ухаживать? Да, после Novage я очень переживала, думала, что я не найду себе замену в этой компании, оказалось очень легко и просто найти замену.
Понравилась серия Эксперальта. Попробовала уже крем дневной. Умываюсь пенкой. Попробовала гель, кстати. Гель меньше понравился с омега-кислотами. А вот пенка для умывания, это просто что-то шедевральное. Безумно нравится. У меня даже еще вот столько во флаконе. Я еще отправила, чтобы она у меня стояла, вдруг не будет на складе, вдруг будет какой-то перебой, вот чтобы пенка всегда была. Мне очень нравится, как она вообще не сушит кожу, не пересушивает, такой мягкий, нежный уход. И вот этот крем, он без SPF, но он просто интеллектуальный крем для лица, да, Эксперальта, Платинум. Очень классный крем. Кстати, вот здесь можно вынуть вот эту вот баночку и вставить запасной блок. То есть вот это вынимается, покупается запасной блок, гораздо дешевле получится, и снова пользуемся. Я, знаете, там даже капельки вот оставила немножечко, чтобы был аромат, и не знаю, получится вам показать консистенцию. То есть он, смотрите, какой, он густой, он плотненький, он маслянистый, он пахнет, я не знаю, всеми самыми вкусными травами, которые только вот. Жалко, что я не могу вам передать аромат через экран, но поверьте мне, вот кто любит ароматы натуральных растений, травники, вот кто у нас травники, похвалите, девчонки, есть у нас кто-нибудь, кто любит такие насыщенные природные ароматы? Ой, как он мне нравится! Я обязательно его повторю, но сейчас я буду пользоваться Бионетикой, еще другой. Я хочу все сначала перепробовать, чтобы иметь свое представление, какие кремики как работают, какие подойдут более для жирной кожи, для нормальной, для сухой, там для возрастной кожи. Но по состоянию мне очень нравится, как у меня выглядит лицо, то есть такой подтянутый упругий контур. У меня, кстати, я сейчас пользуюсь кремом, который повышает упругость кожи вокруг глаз, и у меня вот заметно, видите, как веко поднялось. Если даже посмотреть по фотографиям и по видео, у меня был такой момент, когда вот прям вот веко опустилось. Сейчас я прям вижу сама по фото и по видео, что у меня веко поднялось, и глаз стал более распахнутый, как был чуть-чуть ранее. Хотя крем стоит, вот, ну, на мой взгляд, это недорого. В районе 500 рублей крем для кожи вокруг глаз, это вообще адекватная цена. Я, честно, от него чуда вообще не ждала. Вот вообще я просто думаю, ну, я попробую разные, взяла себе с омега-кислотами и как раз вот его, но он мне очень понравился. Во-первых, у него такая консистенция интересная, он быстро впитывается, от него вообще нет ощущений какой-то липкости или так далее. Крем для упругости кожи дневной, слушай, с пептидами. Мне очень понравился такой длинненький крем с SPF 15, восстанавливающий с пептидами. Вот у него аромат похож вот с этим кремом. Тоже он прям такой насыщенный. Маленький флакон, 30 миллилитров. А есть еще, это если кожа вот просит питание. Не понравился? О, присылай мне, я от него просто в восторге. Вот мне нравятся такие ароматы. А второй крем, который длинненький, 50 миллилитров, у него практически нет запаха. Может быть, он тебе больше понравится, и он совсем легкий. То есть вот он как раз, когда вот жарко было, я им все лето пользовалась, мне идеально просто, не потела кожа, я его не чувствовала. То есть классный крем, но запах мне у него не так сильно понравился. Вот. Ага, вот я тоже Бионетику взяла сейчас, сыворотку открою и как раз крем. Я, по-моему, насыщенный наоборот взяла. Я люблю больше питания и увлажнения. У меня кожа прям забирает все как губка, и поэтому мне прям комфортно. Так, что Лерчика дала? Она у меня вот пропила из вот эти вот Ренессанс. Это детокс-программа для очищения лимфы, клеток и межклеточного пространства. То есть все чистит, классная программа. Также она у меня пропила стресс-релиф. Стресс-релиф, знаете, ну вот в универе ей так нервную систему подпортили. Я прям в шоке. Я не знаю, сколько еще времени ей надо вот восстановиться. Уже год прошел, как она закончилась со слезами. Там, я не знаю, был просто настолько стресс. Все 5 лет издевались просто над психикой. Но знаете, бывает, когда вот выберут себе любимчиков и нелюбимчиков. И вот, да, она попала в нелюбимчики, в команду нелюбимчиков. И, конечно, она слишком близко все принимает к сердцу. Вот я тоже, да, с тонкой такой натурой, да, с тонкой психикой, но я не настолько. То есть я более какая-то гибкая, и я могу от этого как-то уйти или найти
с человеком точки соприкосновения, если мне, как бы, ну, понимаю, да, надо, куда деваться. Вот, а она прям вот, ну, нет, в позу встала и говорит, нет, я не буду, как бы, прогибаться, и все, но нервы пострадали. Так, что пропила Лиля? Neurovision, это моя первая коробочка, сейчас открою вторую и в дорогу возьму с собой пакетики. Вот здесь удобно, то что здесь будут такие коробочки, и в них лежать по 10 упаковочек. Это натуральные витамины, то есть вся серия Nutrition, их много там вариантов, есть для красоты, кстати, тоже у меня есть, есть Detox, Detox я тоже пила, они, это натуральные витамины, их в мире... Смотрите, 99,9% всех витаминов в мире синтетические. Представляете? Вот, кстати, вот эти витамины, тут где-то 50 на 50, и натуральный состав, и также синтетический, а Nutrition, они полностью натуральные. И вот именно вот эта серия NeuroVision, это для глаз, для мозгов, для нервной системы. Кто очень несет большие нагрузки там за компьютером, в телефоне, большая умственная деятельность идет, а у меня именно так и идет. Я постоянно генерю идеи и реализую их. И порой это не просто, потому что, ну, бывает, что я мало сплю, а это плохо. Ну, вот мне очень понравился Neurovision. У меня, кстати, родители пропили сразу по две пачки, потом перерыв и еще по одной пачке. Слушайте, ну, у них прям прогресс. Я вам скажу, как это видно. Вот смотришь на пожилого человека, а у него глаза перестают блестеть, да? То есть как бы вот, ну, так, как пленочка, как вот пеленой затягиваются. И вот они пропили, когда Neurovision, у них как будто бы включились глазки, и они посвежели. И энергия, мне папа говорит, энергии хватает вообще, энергии в вагон. То есть они двигаются очень много, работают в огороде, насажали полный огород, даже в этом году без нашей помощи. И все вот БАДы, БАДы очень много пьют разных. То есть там у папы целая программа и поддержка, да, после гормонотерапии, да, у меня и у мамы была онкология, у папы, маму оперировали, то есть после операции восстановления, ребят, БАДы работают, я вот 8 месяцев этой компании, и я хочу сказать, что вот все, что мы пьем, я вижу эффект, я вижу результат очень быстро. Так, коллаген, а здесь я не сохранила, наверное, здесь маленькие пакетики, 5 штук в этой коробочке, их нужно просто развести с водичкой и выпить, выкинула все. То есть это вкуснейший, очень приятный напиток получается. И здесь коллаген, то есть для красоты, кожи, волос и внутри всего организма. То есть коллаген нам нужен для чего? Для суставов же, да? Вы же знаете все это. Так, что еще пропили? Магний, баночка магния, эпамчик 24-й. Магний же знаете, насколько он полезный? Я, например, не знала. Но магний мне помог сейчас восстановить свою, как бы, гармонию, уравновешенность. И магний нужно пить, например, рекомендуют с кальцием. То есть, чтобы кальций хорошо усваивался, да, пожалуйста, магний тоже нужно пропить. ИПАМ 24 гинекологический. Я его, кстати, вот пью, и Лера пьем сейчас тоже программу для поддержания женского здоровья. И вот этот ИПАМ капельки, 10 капелек под язык, 2 раза в день. Надо пропивать. То есть вот взрослому человеку на месяц такой упаковочки хватает. Так, то есть все, у кого там по гинекологии какие проблемы, то есть все это нормализуется. Это омега северная. Кстати, сейчас взяла ультра омегу Лере. Так, да, и ПАМ очень круто помогает. То есть менструация проходит вообще незаметно. То есть, а что это было? А что так можно было? Оказывается, можно было. Без таблеток, без обезболивающих, вообще шикарно. Омега северная. И есть ультра-омега. Вот, кстати, ультра-омега, хоть она с начала ее, когда берешь, она дорогая, но там 120 капсул, и взрослому человеку 2 капсулки нужно в день. А это здесь 60 капсул, но нужно 3 в день. И получается, эту на 20 дней хватает, а ту на 2 месяца. На 2 месяца вообще выгоднее получается. И состав у нее получше. Ой, Лопутоп. Это коробочка, а баночка где? Короче, не считается. Ну, расскажу, что это такое. Лопутоп – это витаминки. Здесь очень много витаминов А, группа В, 1, 2, 6, 12, потом D3, C, E и витамин ПП,
Фолиевая кислота. Фолиевая кислота. А вот взрослым людям по 4 штучки в день. Детям тоже можно. Дети тоже лопают. Они такие вкусные, как, знаете, раньше Ревит был, только вкуснее Ревита. Просто остановиться невозможно. Я подарила такие витаминки одному, ну, знакомому. Он съел за 2 дня. Я говорю, ты сошел с ума. Он говорит, я не мог остановиться. Я говорю, больше не буду тебе дарить. Так, вот как раз для суставов пила ранее. То есть я вот синхровитал сначала пропила, а потом вот эти вот бешеные гигантские витамины, которые я вам первыми показывала. Вот синхровитал, чем он удобен? Утром выпиваешь и вечером. То есть они так, по цвету отличаются. То есть в одной баночке зеленые и белые капсулки. Так, медвежьи ушки. Это что здесь, кто пропил? Вот такие вот, как это правильно, блистеры, да, называются, в них капсулки. По-моему, это Лерчик пропила, я свои не допила еще. Они классные от отеков, у кого почки там беспокоят, отеки. То есть эффект моментальный. Вот если вечером, да, пришли домой, ноги отекшие, вся какая-то такая отекшая, выпейте на ночь, утром встанете, все будет вообще окей. Так, пропила Германий. Как рассказать? Тут настолько полезная штука, особенно для женщин, что я так думаю, было бы круто пить его на постоянной основе. То есть надо прям внедрить практику. В принципе, да, нужен на постоянной основе. Подробнее можно почитать на сайте. И осталось два последних, пустой пакетик, два последних флакончика. Адаптовид, это такая пшикалка под язык для того, чтобы быть в тонусе, да, чтобы хорошо себя чувствовать, в дорогу очень удобно, в путешествие, когда мало спишь или смена часовых поясов, то адаптовид спасает. И последний бальзамчик Уян Нома, или гибкий лук, его так называют в простонародье, потому что этот бальзам для суставов, вот чтобы быть гибким, гибкий лук. Очень вкусно пахнет, его наносишь на болевые места, колени, что, все, что болит. Да, у меня колено бывает, там вот плечевые, натираешь, локти и так далее. У меня дочка занимается танцами, поэтому у нас вот такие штуки улетают тоже в акост у Ян Нома. Сейчас я ей взяла из профессиональной спортивной серии, он дорогой, в 2 раза примерно дороже, чем вот такие бальзамчики, но у него состав круче, и он более эффективный, то есть он прям для спортсменов, у которых жесткач, да, они там травмируются постоянно, поэтому посмотрим, ну, как бы говорит, что ей очень нравится. Вот, все, я вам рассказала. Спортивный гель, вот, да-да, мне Марина Царева про него рассказала, думаю, надо попробовать. Я, кстати, настолько большой ассортимент, что я даже, мне кажется, еще не всю продукцию видела, которая есть. Иногда у кого-то в заказе вижу что-то и думаю, так, где они это взяли? Откуда это взялось? Иди-ка, иди-ка сюда, иди-ка. Смотрите, кого я вам сейчас покажу. Кто у нас давно не был в эфире? Наша Мелиска, 2-годовасик. Выспалась? Смотрите, у нее глазки разные, видите? Мелисса, здоровайся, как дела у тебя? Рассказывай. Такая пушистая, такая классная кошка. Все. Так что, ребят, пишите, какие будут вопросы. Можете прямо в комментариях. Ой, фу-фу-фу, волосики снег. В комментариях под этим роликом пишите. Я его сохраню на стене. Надеюсь, все получится. Спасибо за внимание. Конечно же, по традиции, всем желаю крепкого сибирского здоровья и долголетия, и настроения классного, и успехов вам во всех делах, во всех начинаниях. Все, до новых встреч, пока-пока!